Жалоба поступает от жителей города Саратова о том, что в пешеходной зоне, а именно в проспекте Кирова, набережной Космонавтов, двигаются транспортные средства. В связи с этим пешеходная зона уже теряет свой смысл. Вот. Причем, если необходимость обусловлена, такие как вот, коммунальных служб, там, уборка, что-то там, вышка, вот, я сейчас смотрю, сейчас заехала, то много ездит транспортных средств, которые не имеют права здесь ездить, нарушают правила дорожного движения. В связи с этим, как бы с общественным советом управления МВД города Саратова, начну провести такой совместный как бы, рейд, чтобы общественность присутствовала, сотрудники полиции, по выявлению нарушений, связанных с ездой по проспекту Кирова. Что проспект Кирова у нас обозначен знаком 4-5 пешеходной дорожке ехать нельзя. Существует административная ответственность согласно статье 12.15, часть 2, там 2000 рублей штраф. Вот. И другая задача — посмотреть, много заезжает на проспект Кирова, так сказать, водителей, которые предъявляют договора аренды помещений. Вот. И вторая цель — посмотреть, насколько эти договора аренды соответствуют действительности. Потому что, ну, сами понимаете, сейчас промышленность печатная развита хорошо. Вот этот момент тоже хотел бы проверить.